Когда душа поет, уникальную возможность услышать сильные голоса и зарядиться потрясающей энергетикой народной артистки России Надежды Бабкиной получили жители Чувашии. В Театре юного зрителя на днях прошел мастер-класс любимой российской певицы и коллектива Московского государственного академического театра «Русская песня». О том, как это было, в нашем следующем сюжете. Ее встречали громкими аплодисментами. Народную артистку России Надежду Бабкину в Чувашии любят, поэтому ее мастер-класс в Театре юного зрителя собрал полный зал. Среди зрителей и те, для кого народное творчество – увлечение, и профессионалы, участники народных коллективов, преподаватели и студенты творческих вузов. Надежда Бабкина познакомила участников с разными вариантами народных распевок, рассказала о правильном вокальном дыхании. Но народное творчество – это нечто большее, чем просто попадание в ноты. Это некая философия, который лежит в основе культурного кода каждого россиянина, считает артистка. Народная песня таит в себе важнейшие личностные смыслы, поэтому акцент на мастер-классе был на состоянии вокалистов и тех эмоциях, которые исполнители передавали с помощью голоса. Собравшиеся получили уникальный шанс вживую увидеть, как работают с музыкальным материалом и проводят репетиции коллектив русской песни. Подсказка пришла, как говорится. Участники и организаторы мастер-класса буквально спелись. В зале царило полное взаимопонимание. Люди пели в едином порыве, танцевали, улыбались. Получился поистине терапевтический сеанс народного искусства. Поклонники не отпускали артистку 2 часа. Когда твое творчество осмыслено, ты присоединяешь к себе близких по духу, уверена Надежда Георгиевна. Музыкальный презент Надежда Бабкина подарила и нашей телерадиокомпании. Вместе с артистами театра «Русская песня» она исполнила несколько народных композиций, а также дала эксклюзивное интервью ГТРК «Чувашия». В плотном графике артистки еще один мастер-класс в Новочебоксарске. Он пройдет 17 июня в ДК «Химик». Людмила Майкова, Виктор Степанов, «Вести Чувашия».